бесконечно время и пространство, и не счесть галактик и миров. Неужели нет конца вселенной? Кто на это дать ответ готов? По ночам наблюдаем в небе лунный свет, осенний звездопад. Как вода в песок уходит время, жизнь не сможем повернуть назад. Мириады звезд кочуют в небе, но прекрасней всех из них одна. Планета, где живут и любят люди, планета под названием Земля. Земля живет законами Вселенной, а люди существуют по земным. Законы эти могут быть суровы, но вот в природе все подвластно им. Холода, жара, дожди и ветры, все невзгоды и перечесть. Все равно живут и любят люди, ведь на земле для этого все есть. Мириады звезд кочуют в небе, но прекрасней всех из них одна. Планета, где живут и любят люди, планета под названием Земля. Земля. Как это все загадочно и интересно. Неужели только на Земле существует разум и жизнь? Но если это так, и мы это понимаем, так зачем мы сами себя хотим уничтожить, развязывая бессмысленные войны, уничтожая все, что окружает нас? Мириады звезд кочуют в небе, но прекрасней всех из них одна. Планета, где живут и любят люди, планета под названием Земля. Планета под названием Земля.